За 3,5 евро кофе. А ну, Андрюха, оцени. Как там? Как там накакано, расскажи. Нормально? Необычный кофе, но достаточно вкусный. Мне тоже кажется, он вкусным. Будем пробовать кофе Лювак, а встречает нас почему-то свинья. Даже две. Это свинья или нет? Пулина Бали называется место. Сейчас нам должны показать экскурсию, как производят Лювак. Ну, вы догадываетесь, как. Через заднее место чье-то. Can I try? Yes. Yes? Смотрите. У меня уже танец пошел, видишь? Смотрите, как Ольга кормит. Дерутся. Ольга, ну дай два. Ты же две руки. Палец. Палец? Зачем тебе палец? У тебя вот 10 пальцев. Зачем тебе так много? А что ты его не кормят? Отделили. Покорми. У нас тут двое. А он у нее на диете. Детокс она ему устроила. Класс. А глазки пугают. Мы уже тут продегустировали различные чаи, кофе, чипсы из манго. Нам тут показали надписи. Я бы еще парфюм добавил. Бали Пулина называется это место. Оно очень инстаграмное. Вот такие красивые площадки у них. Там внизу рисовые террасы. Сейчас я вам покажу. Есть и сверху у них там кафешечка. Они проводят экскурсию, после чего садят тебя пить. Они за чайную церемонию, вот эти тестеры, они не берут денег, якобы. Берут только за кофе Лювак 50 местных тысяч. Это примерно чуть больше 3 евро за чашечку. Мы заказали 2 на 4. Опа! Охота за какао. Никто не может словить какао. Это я так попросила. Дайте. Ой, обезьянка, смотри, как висит. Класс, мне какао. Большой давай, большой. О, молодец. Thank you very much. Thank you. Класс. Это какашки животных, вот это конкретно. Да ладно, а почему они похожи на кофе? Ну, она ж кофе выкакивает. Переваривает желудок, но само зерно не переваривает. И в ее какашках они забирают. Потом они моют. А, вы чистите? А, они чистят от шелухи и вот это жарят. То есть самой какашки ты не пьешь по факту. Жарят здесь, на огне. Хочешь сядь туда вместо тетеньки? Давай пожарим нам кофе. Полное погружение, Андрюха. Андрюха остается здесь. Андрюш, почем какашечки? Нынче дорого, не сезон был. Ага. А ты их не пережарила? Нет. Нет еще? Которая чувствует прикосновение, закрывается, когда его трогаешь. Смотри, а давай еще одно. Класс. Ой, класс. Вот это да. Чудо. Это кофе. Растение, видно. Зеленые ягодки. А вот так растет ананасик.